Режет, 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 режет. Тупой стал нож. Нож тупой не режет. А? С тряпки. Сейчас, мы точилок вам принесем. Принесли мочалку. Мочалки вытирает нож. Пробует сунь. Нет, тупой. Не режет. Кирпич принесли. Или камень какой-нибудь. Или Полину принесли. Смеются все. О, Полину принесли, точит нож. Вот так. Не трогает, а просто как точит. Ладно. Потом принесли платочек красивый. Это точил. О, сейчас пойдет. Дальше режет, режет, режет. Второму отдает нож. И второму также всякие несут точилки. И второй. Ну, платочек получили. И это положили на пирог. Мелочь тоже, как купленный мелочь положили. Деньги. Ну вот, резали этот пирог. И всех угостили. А сваха еще ложит орехи, девичьи орехи. Это из леса прямо хорошие орехи. Или пекут кругленькие такие, кто не может, это из теста пекут, вот как бабушек делают, такие. Что это означает? А? Что означает? Почему именно орехи? Это кормят невесту, как орехами, девичьи орехи. Для чего ее кормят орехами? Вот такой закон у нас. Что надо кормить. А невеста не кушает, ничего не трогает. Да. Вот. А народ, это народ, все раздадут эти пироги по улице. А что сваха поет, когда эти орехи дают? Есть какая-то песня? А когда орехи дают, что поет? Да. Со зориным... Да, как же, подожди, я уж... Мини-туинек, туинек, девка не таньте и пештинеть. О, деревась ярсак пештеде, шумбрачине туинек. Шумбрачи тоже желают ей, вот, что за орехами ходили и принесли орехи. Потом все поели. Пироги поели, невеста, все выходят из этой двери, это со стола. Теперь подходят матерям-отцу подходят, и дочь просит у них, прощается с ними. Так плачет крепко, весь народ встает перед родителями, поклоняться ему, им. И пока невеста плачет, и никто не встает. Несут матерям брашки по рюмочке, и она говорит: «Ухаявакай, Иванынем уха, тетякай диринем». Спасибо, тыник, парсте, трямонды кисе, дайте полоса, моны тынь курыгинек, и дай моны полосы, тынь, моны кириде макединек. И дайте полосы, Моникиште птица конилька. Мать, эта невеста, так плачет, весь народ плачет. Так же жалко это время, всем становится эта невеста. Да так хорошо она поет, да и все плачут. Она целует рот, ну, родители в шоку, целует руки, что они держали. Ее целует коленки, что они заставляли вот прыгать, это как плясать. Вот. И просит прощения, может, когда вот тоже их расстраивало, может,
плохое слово сказала, простите меня. И вот мать и отец встают и благословляют ее божинкой и хлебом. Божинку вот так возьмут и встают тут родители и ее благословляют крестом, божинком делают и хлебом. Монцвахинем дорогой, монцватушкам золотой, вана тынденьк туинек, ава ловсонь прякине. Спасибо, покш, спасибо, шумбрасто тей теренк тыникастынк. Вот эта сваха поет, что вот спасибо за за материнское молоко. Здоровым вырастили. Вот. А потом, когда благословили невесту родителей, это все взяли, благословили родителей, это две дружки от невесты, которые вот так руки сделают, и вы вот сделаете так. Да, тут будет, знаете что, для невесты скамейка. Два парня здоровые закрывают большим платком вот таким красивым и сажают невесту на это. Даже наклонятся, невеста их обнимет обоих сторон и несут на телегу или на сани. Эрзянь скамейка. Да. Ну, эзим надо сказать по-мордовски. Да, мордовский эзим, эрзянь эзим. Вот. Выносят на улицу, на сани посадят, а на санях сено зеленое, пахнет вкусно, и самодельной попонкой закроют красивый и сзади, и тут. И невеста встает, а рядом встает вот эта уряж, который косу плела. И девчонки едут стоя, не садятся. Все держат невесту, чтобы не уронить ничего. Вот едут тихонько, спокойно. Поют в это время? Поют по деревне. Другие песни или те же? И другие. Ваиляпува. Варыма вириланга илякшатая, як стерика и печень. И к кому обращаются они? Варма? Варма – это ветер, не качай. Это как печень, это сосна. Вай, печень тяло. Печень и скамия, скамикантлан сор, машат, ванюшат, вай, ванька лати, гайги скрипкан зомаша пувори. Ваня не кудрянзо. Вот так поют по всей деревне. Одна лошадь, пара, другую песню поют. Другая пара, другую песню. Вот по деревне такой, это идет, так, это, ну, да, музыка. Ах, еще полотенце завязали, забыла сказать. Полотенце 12 дружкам завязали, когда из этой вышли со стола. Сначала дружкам, дружек посадили, и всем брашку налили, и каждому завязывают, и шапку одевают наряженную зимой, наряженную, а летом фуражки наряженные. Лентами, красивыми бумажками. И все прямо идут, и полотенца, и наряженные. А для чего шапка это? Это по улице шапка. Что значит эта шапка? Как называется? Кудань шапка, кудань. Это значит, у дружки шапка.
обязательно должен быть наряженный. Вот. Когда едут, все, по всей деревне круг дают, что, чтобы по всей деревне слышали эту свадьбу. Весь народ выходит то на улицу, то на крыльцо, то хоть куда. Все идут в свадьбу, все шумбрачи, желают шумбрачи. Ну и потом приезжают к жениху. Невеста это время через дугу должна эту, как, браслет бросить. Через... Или кольцо. Через ворота. Через, да, когда ворота открывают, через дугу надо бросить это, такой перстень. Этот перстень ищут, все девчонки быстро ищут. Кто найдет, та потом в будущий год выходит замуж. Вот как. Да, через дугу, через наряжен. Да, дугу. Только через дугу надо бросить. Через ворота. Нет, через дугу и когда это. Заезжают, да? Да, когда заезжают. Вот. А тут говорят, эти выходят стряпки, сколько есть народ родные, и говорят, ученик паро. Сась паро, ученик мазы, сась мазы, мазы бояр, ава, а Мария, мазы ава, Мария. То не мини ученик пекувать, то не мини тече, встреча там. Вот Марию поют, что приехала сюда. Жених выходит, берет на руки невесту и поставит на сено. Чистое сено около крыльца. На сено это занесут, поставят невесту вдвоем. И это время хмелью их сыпят, как легко, чтобы жили хмелью. Сковородки хмель, сковородку выносят хмель. Хмелью высыпят их, все хмелью, красиво они становятся, живые, а пахнет хмель вкусно. А сковородку поставят невесте, что умеет или не умеет стряпать. Если умеет стряпать, кольцо положит. Если не умеет стряпать, немножко сдвинет в сторону. Все уже будут знать, что не умеет стряпать так. А были такие, кто сдвигал, да? А как же? Пинет так далеко в сковородку. Все даже смеются, что вот как она умеет стряпать. Да. Вот занесу. На солому ставят. А? На стол нет. Вот. На солому. Почему невесту на солому ставят? Нет, на сено. Ну, на сено. На сено. Чтобы чистое место было от всяких глаз, от всяких. Чтобы никто не ходил это место. Ведь никто не ходит это место. Чистое место. Это домой придут, сразу за стол их сажают, жениха, невесту. Родители тоже благословляют жениха. Родители благословляют Боженькой и невесте дают под шаль ребенка сюда, чтобы они имели детей. Это ребенка накрывает шалью, да? Под шалью, да, под шалью невеста возьмет. Возьмет свой, уже у него готовый подарок, или рубашонка, или платочек. И это... Ребенка уже заберут с подарком. Потом заведут невесту в чулан, одевают еще красивее, и вот одевают сюда, плетюшка называют. Косу плетут, утром уже две, и делают вот сюда, вот такой плетюшка. Вот сюда одевают на голову. Или платок, или что.
А что, когда если платок одевает, вот это уже видно, что там это венец, женский венец. Обязательно уже женщина и стала, женский венец носи. Вот. Потом наши родня очень много. 30 домов соберутся. Сначала пойдут гулять. Здесь пока у невесты гуляют, но не так много. Первый берет крестная, сваха берет первый дом. Потом берут вот эти дружки, 12 дружков. Потом братья, сестры, там 15 сколько домов. Что они делают? Все берут эту свадьбу гулять. Первый день 5 домов пройдут. Тут пляшут, тут поют, кушают, уходят другому дому. Потом третьему дому, потом четвертому. Второй день опять так же. Второй день уже невестин дому пойдут. А еще идут утром. Сначала утром идут блины кушать, блины пекут. Блины пекут, привезут родителей у невесты. Наряжаются всяко. Как так интересно наряжаются. Кто что может одевает. Интересно. И с гармошкой идут к невесте за родителями. Там попляшут, попьют, там и жениха, невеста, мать, отец, родные тоже берут. Тоже опять кашу берут, ложку, все, что могут взять, и пойдут туда опять с пляской. А там уже блины пекут у жениха. Много блинов напекли, сели за стол все, все родня садятся за стол, блины кушать. Принесут родителям блину дырявую. Ага. Вот какая ваша дочь стала. Шутят. Да. И это блины должны они съесть. И мать, и отец съедят. А потом жениху принесут блин. Один. Один рот надо съесть этот блин. Один раз жевать надо. А тарелку разбивает на пол, что она была девушка. Кто не выходит, пляшет на этой тарелке. Все пляшут, интересно. Всю тарелку, все и стопчут остальное. И весело, всем хорошо. И пойдут потом по родням гулять. Когда все дома кончатся уже, целую неделю, две гуляют эта свадьба в деревне. Потому что домов много. И там и бани парятся. И баню топят, и гуляют. Кто хочет, баню пойдет. Кто... Интересно. А как кто, если выпит, потеряется, а где свадьба идет? Спрашивает. Да вот у них. Вот тогда только найдет где свадьба. Вот. А старый, один старший есть свадьбы. Сильно кто пьяный, его закрывают. Такой чулан, что не выйдешь, пока пьянство не пройдет у тебя. Вот зато он может потеряться, не найдет свадьбу потом. Все смеются один над ним. Намажут его сажей, тряпки, смеются. И так и сажей ходит. Все смеются, а ты где был? В тюрьме был, да как, в тюрьме закрытой. А он не знает, что он сажей мазанный. Блин, это тесто намажут, сажей намажут, и идет свадьбу ищет. Все смеются, вот кто потерялся. Когда уже все пройдут дома, приходят жениху невесту. А вся деревня сначала идут невесту смотреть. У невесты этот на руках платочек. Длинный платочек вышитый, и ведро брашкой, брагой. И каждому,
кто не заходит. Ай дайте, говорит, невесту смотреть. Вся деревня, все невесту смотреть идут. Вот, кто не заходит, сначала эта невеста подходит с ведром, дает выпивать и поклонится. На ногу, это, вот, прямо сделает до пола поклонится. И даже, которым булавку прикалывает. Это родня. Кто родня, что знают, что это новый человек у них. Надо хорошо обращаться, надо любить. Это со стороны жениха, да? Когда родственник? Да, да, да. Ну вот. А когда выпьют, ну, старшим вот брашку носят, а молодым квас, поза. Вот. И дети идут, и детям вот поза. Позаду семьи, квас пить пойдем невесте, жениху. Вот. И каждый, когда стакан выпьет, каждый копейки положит, рубль денег положит за это, что уважение тоже видишь. И вся деревня гуляет, вся, весь народ веселится. Вот когда кончили эту уже свадьбу, приходят вечером, все, уже домой надо. Уже долго и гуляли, долго пели. Теперь садятся, вот эти дружек надо провожать. Вот, веселятся там, что только не говорят, что только так смешно, так всякие слова, такие интересные слова. Невесте бьют ведро утром. За водой невесту будет. Да, и утром уже. Вот это провожают потом. Вот это провожают невесте, жениху вот это время отдают плеть. Чтобы муж, да, жена, чтобы не гуляла. Плеть дают. А невесте дают, чем лошадей путают, вот пута. Вот пута. Одну ножку, потом вторую, так вот сделают, и вот жених не может идти этим путой гулять. Кто примет? Он женатый, и вообще, вот, она путает мужа, чтобы не смотрел на других женщин. Зато раньше никто не расходился, и все жили, и все хорошо, не так богато, но жили. И все очень уважали друг друга, детей рожали, очень по много детей рожали. Самое мало по 5 человек, по 7, по 9, по 13. Вот, так и жили. Если ребенок уже становится большой, жениться, уже надо дом строить для сына. Вот его тоже разделят. Дом построили, разделят. Надо подойти это время дому, когда новая луна появится. Вот, и гонят туда или бычка, или свинью большую, это приданное. От родителей и оттуда, и отсюда. Это уже когда отходят от родителей старший сын. Когда приданное привозят невесте? Приданное, вот, забыла ведь сказать. Это самый, я давеча, наверное, говорила, такой круглый эрямупарь называется. Вот такой кадушка большой. Там и холст, там и все. Что туда кладут? Кладут и одежды рабочую, и лапти туда же. И все. И невесте дают это лепешки, а то она стесняется, новая семья. Может кушать, когда захочет, может, куда уходит, с собой заберет. Привыкать надо. Сколько их? А? Сколько лепешек кладут? Много кладут, много. Но она, невеста, все вытаскивает на стол тоже. Все вместе кушает. Это когда только она захочет, немножко оставит, вот тогда кушает.
все вместе кушают, не одна кушает. Дают перину, подушки, одеяло. А больше у нас и не было никакой приданной, и как сейчас, не знаю, что тогда народ не так богато жил. Сестренка сядет на этот парень, Рямо Парентлангс, и тоже это, вот смеются это время, то этот рубль дает, вот эти дружки, вот выкупают этот Рямо парень, и, под, на, и на подушке сядет, братишка сядет, тоже выкупают. Эти деньги все потом невесте дадут. Там много денег не собирается, конечно, раньше нет. Венец одевают, это у жениха. Да, а женское платье когда одевают? Вот женское платье у жениха одевают. После чего? Когда? И вот, когда привезут. Это вот девичья пока самая рубашка. А потом одевают женскую рубашку уже. А мордовские, как они называются? Боярывань. Одежат. Она же боярава. Сначала барышня боярава. А потом женскую. Так и говорят. Сука, скурвань одежат. Это женщина мученица. Сколько надо работать женщине? И рожать. И дом здесь держать. Женщина-мученица. Да. Это самый. Это тяжелый жизнь уже женский. Вместе и рубашку, и венец одевают. И платком, если у кого такой нету, платком, и видать, что тут уже венец красиво завяжут. А вот это, какая-то игрушка? Когда вот дружек провожают, принесут на этих на стол, все уж еда есть. А это, о, сейчас летучее чудо. Вот туда тарелку положат, кости, там, что они нужны, вот, да, интересные. Что кто найдет? Картошку, тыкву режут, вот эти, и